На таких площадках уличные артисты, как они сами себя называют, выступают по графику. На концерт 2 часа. Музыкантам предоставляют не только сцену, но и профессиональную аппаратуру. Зрители такой подход ценят. Замечательные композиции, правильно подобранные, дорогие композиции. Хочется танцевать. У меня ощущение, что я нахожусь на полноценном концерте в концертном зале. Вот даже акустика, звук, все способствует тому, чтобы просто наслаждаться.